Галактическое вам здрасте! Сегодня мы будем обозревать настольную игру «Проект Гая», локализация которой готовится к выпуску в ближайшее время. И если вам интересно, вы можете оформить предзаказ на площадке Crowd Republic. «Проект Гая» — игра, в которую могут играть до 4 игроков, от авторов хорошо известной игры «Terra Mystica». Давайте заглянем внутрь и посмотрим, что нас ждет. Игра обладает рядом интересных особенностей. В первую очередь, это, конечно же, модульное поле. Кроме этого, целый ряд направлений для научных исследований, огромный ассортимент технологий, множество жетонов, не все из которых участвуют в каждой новой партии и тем самым обеспечивают игру запасом реиграбельности. Ну и самое главное, это пластиковые компоненты, долговечные, очень хорошо детализированные, очень удобные и приятные на ощупь. В роли представителей скитающихся по вселенной цивилизаций игроки занимаются строительством своих космических империй, развитием технологий, исследованиями, и все это длится в течение 6 игровых раундов. На поле с промежуточными и финальными целями в начале партии случайным образом выкладываются 6 жетонов раундов и 2 финальных жетона. Все жетоны на планшете напоминают игрокам о дополнительных способах получения победных очков. И если очки за выполнение определенных действий в течение раундов получаются сразу, то очки за финальные цели получаются игроками в конце игры, в зависимости от их прогресса на том или ином треке. Модульное поле составляется из различных секторов. Расположение каждого определяется игроками перед началом партии, равно как и его поворот. Планшет разработок – один из самых интересных в игре и содержит трек для подсчета очков, 6 треков различных разработок, а именно терраформирование, навигация, искусственный интеллект, проект Гая, экономика и наука. Каждый трек состоит из 6 ступеней с нулевой по пятую, отображающими степень развития отдельной технологии у игроков. И только один игрок может достичь верхней пятой ступени. Кроме этого, на планшете находятся 9 случайно выбранных тайлов технологий и 6 случайно выбранных продвинутых технологий. В нижней части планшета собраны особые действия с энергией и квантовыми кубами интеллекта. Планшет игрока отображает параметры цивилизации и состоит из нескольких зон. Строительная зона, энергетический цикл, трек с ресурсами, блок со спецдействием цивилизации, подсказки по обмену ресурсов и терраформированию. Целью игроков в проекте Гая являются победные очки, получаемые ими с помощью целей, а также бонусов на различных жетонах, представленных в игре. Игра длится 6 раундов, во время каждого из которых игроки ходят по очереди, совершая одно из 8 доступных действий, до тех пор, пока все не спасуют. После 6 раунда происходит финальный подсчет очков и определение победителя. Первое доступное игрокам действие – это колонизация планет с последующей постройкой на них шахт. При строительстве шахт на планшете игрока открываются новые значки, наглядно показывающие увеличение производства руды. С помощью действия апгрейда в дальнейшем шахты улучшаются до других видов зданий, приносящих различные ресурсы. Каждая цивилизация обитает на определенном виде планет. Для колонизации других типов необходимо воспользоваться действием терраформирования, после чего опять-таки построить на планете шахту. Межпространственные планеты представляют особую сложность для колонизации и требуют запуска на них Гая-проектов. Для дальнейшего преобразования в Гая планеты и строительства на них. Незаселенные Гая планеты доступны для колонизации любым цивилизациям. В будущем у игроков появляется возможность объединять свои планеты в федерации, соединяя их спутниковой сетью и размещая специальный жетон на одной из планет новой федерации. Кроме этого, игрок получает бонус в виде жетона федерации, приносящего ему победные очки и один из ресурсов. С помощью исследований игроки улучшают параметры своей цивилизации.
Так, при продвижении по треку навигации появляется возможность колонизировать дальние планеты, а при развитии экономики улучшаются параметры производства. При строительстве лабораторий игроки получают доступ к тайлам технологий, обеспечивающих их эффектом. В дальнейшем стандартные технологии могут быть улучшены до продвинутых, приносящих больше пользы игроку. Одним из ключевых ресурсов игры является энергия. Умелое управление ей поможет вам в получении ресурсов и использовании спецдействий. Также в игре имеется уникальный и загадочный ресурс квантовых кубов интеллекта, использующийся для единоразовых эффектов, как, например, Гайя терраформирование или скачок в пространстве, так и открывающий доступ к особо ценным действиям, но при этом довольно дорогим. Безусловно, особый интерес в игре представляет возможность выбора одной из 14 рас. Каждая раса имеет свои особые свойства, меняющие вашу стратегию. Проект Гайя – космическая стратегия с практически отсутствующим фактором случайности, огромным запасом реиграбельности и роскошными пластиковыми компонентами. А насчет картона можете не сомневаться. Это первый проект Crowd Republic, полностью изготавливаемый на мощностях Hobby World, как, например, игра New Angels. Поддерживайте проект на Crowd Republic, выходите в космос, колонизируйте планеты. До новых встреч, увидимся!